Сегодня расскажу вам классный рецепт брокколи с оливками. В кипящую воду бросаю брокколи, отвариваю их 3 минуты. Потом сливаю воду, и брокколи остывает. Пока остывает, я подготовлю другие ингредиенты. Это чеснок, перец красный хлопьями и оливки. У меня были оливки и с косточкой, и без косточек. Обязательно очищаем от косточек и мелко нарезаем. Разогреваете оливковое масло на сковороде, туда отправляете хлопья, перца чили, затем добавляете чеснок. Вы видите, как показано на видео, буквально минутку. Туда же отправляете оливки. Все хорошо перемешали. Это все занимает буквально минутку-две, чтобы не сгорел чеснок. Потому что самое отвратительное – это сгоревший чеснок. Он дает очень неприятный вкус. Поэтому старайтесь все подготовить заранее, и чтобы все было быстро. Все, отправляете брокколи. Хорошо все нужно перемешать. Посолить. И все готово. Не накрываем крышкой. Они должны быть такие и не альдента совсем. Но и главное, чтобы не переварилось брокколи тоже, потому что будет мягко, все будет как каша. Лучше пусть будет альдента, это будет вкуснее, чем вы переварите брокколи или переготовите. Перед подачей обязательно сбрызнуть лимоном. Друзья, обязательно попробуйте, это очень вкусно.